Православная служба помощи и милосердия в течение месяца проведет в Москве несколько благотворительных мероприятий, чтобы собрать средства на помощь тяжело больным. В Москве пройдут несколько концертов, пикников и мастер-классов по танцам. Всего более 10 благотворительных акций в поддержку своих тяжело больных подопечных. Месяц милосердия начался сегодня, 23 июля, с акцией, в ходе которой будут собраны денежные средства, предметы гигиены, игрушки и одежда для неизлечимо больных детей, подопечных детской выездной паллиативной службы милосердия. Завтра, 24 июля, в Марфо-Мариинской обители состоится концерт классической музыки, сборы от которого пройдут на проект «Сиделки», чтобы оплатить работу сестер милосердия, обеспечивающих уход за тяжело больными детьми и взрослыми. Мероприятия запланированы до конца августа и включают экскурсию по району Красной Пресни с рассказами о зданиях, улицах и переулках, станциях метро и музеях. Пикник с врачом-пульмонологом, который угостит всех желающих самодельными лимонадами и мороженым. Мастер-классы по ирландским танцам, субботники, благотворительную ярмарку в доме для мамы, песочное шоу в парке и другие мероприятия. Завершится месяц милосердия 23 августа большим концертом классической музыки.